Здрасте. Ну что ж, продолжим. Я тут немного поулучшал, но глобально ничего не сделал, так что продолжим, так сказать, откуда остановились. Так, мне нужно вот здесь поставить что-нибудь. Отлично. Так, и вот это вот все убрать. О, Господи, ну ладно, серьезно. Вот так вот. Так, а там здесь построиться. Будем сюда уже скакать. Так, здесь у нас, в принципе, уже можно что-нибудь построить. Не, не надо. Пока еще не. А, вот можно. Здесь построить. Нет, здесь не надо. Так, здесь и здесь, наверное, офисы придется строить. Ах ты, зачем? Блин, а как я так? Я же вроде, ну ладно. Так, электричество. Теперь надо проблему с электричеством решать. Это, точнее, не проблема, а просто надо решить вопрос с электричеством. Вообще никак. Здесь они связаны, связаны? Ничего себе. Ага, они связаны. Ну, тогда можно что-нибудь вот так вот как-нибудь. Ну что ты, куда ты идешь-то? Надо провести. А, не, не надо. Так, вот так, вот так и вот. Сюда.
Так, здесь у нас ничего нету, значит, нам надо сюда что-то поставить. Парк, например. Нет, парк не нам. Вообще-то почему нет? Да блин, куда я залез? Так, 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 у нас тут есть парк, да? Парк. Хрен не улезет. Ладно. Так, площадка для пикника. Еще на сквер. Как-нибудь. Так, ну-ка, что у нас здесь там? Прекрасно. Так, вот это не нужно нам. Теперь от этого вот избавиться. Тогда нужно нам так, 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 это будет здесь, это будет здесь, наверное, а здесь можно еще поставить так, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот так. Блин, опять не туда, да что ж такое. Так, да, что-нибудь небольшое. Что это у нас? Городской совет. Городской совет. Так, городской совет здесь. Кинотеатр. В принципе, здесь пешком можно дойти, если что. Так, универмаг, торговый комплекс. Что это у нас? Супермаркет. Бранденбургские ворота, триумфальная арка. Да, как-то будет странно смотреться, конечно. Сюда там просто не влезет. Только сюда. Нет. Так, что еще есть? ПДД. Символ изобилия. Ну, нормально, как раз встает. Так, здесь будут магазины, здесь будет у нас кто? Прозорий. Думаю, это неплохая идея. Не сильно хорошая, но нормальная. Пойдете. Символ страсти к шопингу не влезет. Символ промышленности здесь не нужен. Здесь его можно поставить где-нибудь. Так, только где? Все занято. Так. В принципе, логично было бы его здесь поставить. Где у нас метро? Вот оно, да? Да, его никак не поставишь. Не поставишь. Где еще у нас не поставишь его? О, вот он. Так, сюда уж. Так, что у нас еще с стримом страсти к шопингу? Нет, да. Он сюда не лазит, да? Где у нас тут? А, вот же куда можно. Так. Так, пташки и пчелки сюда не лезет. Мы не будем его сюда пихать. Сюда не влезет, да? Влезет? Так, здесь пешеходная дорожка есть. Окей, отлично. Так, что у нас еще есть небольшое? Башня транспорта. Климатологическая станция большая. Районный парк. О!
Ага, районный парк. Так, ну шум сильный? Нет, не сильный, нормально. Районный парк. Как раз встанет. Ага. Так, ты у нас кто легкий? А, фонтан жизни и смерти. Ага. Вот ты раз не встанешь, да, сюда. Блин, да что ж такое-то? Давайте вот сюда тогда. Так, что у нас еще есть? Башня транспорта, она нам здесь зачем? Потому что здесь она нам вообще не зачем. Здесь она не встанет, здесь не встанет. Здесь не встанет, здесь не надо. Городской парк, еще один. Какой же он шумный, блин. Ёлы-палы. Чуть-чуть не так. Так. Городской парк. Так. Почему бы не сюда? Он как раз сюда встает. Что у нас еще есть? Новое управление. Вот его еще можно воткнуть. Что еще? Легкие города. Офис колосса лорда. Нет, сюда куда-нибудь. Опера. Что это? Управление подавления. О, отлично. Великолепно. Я думаю, здесь ему самое место. Оперный театр. Научный центр. Офис услужливых. Научная библиотека. Центр. Аквариум. Пирамидальный сад. Так, ясно. Что еще? Собор равенства и братства. Стадион. Музей современного искусства. Есть вопрос вот такой вот. Вот здесь дорогу впереди получится сделать или нет? Не надо. Ни хрена. Как все некрасиво, ужасно. Ужасно некрасиво прям. Там просто кошмар. Так. А еще вот тут место есть. Что там было у нас? Я уже забыл. Все, да? Больше ничего такого здесь нет и не будет. Нет, триумфальная арка это не сюда. Здесь все, что не особо нужно. Блин, одни парки здесь. В принципе, можно даже этого избежать и просто поставить сюда кучу парков. Да и все. Это будет вполне логично. Так. Здоровье. Йога-парк. Что тут еще у нас влезет? Так, здесь ничего тогда не будем делать. Вот здесь вот. Так, здесь, кстати, можно будет... На всякий экстренный случай.
которое здесь ни зачем не нужно, это хватит. Так, что тут у нас еще йога-парк? А, просто парки мне нужны. Вот местный корт. Как раз встает. Отлично. Так, я хотел передвинуть, так и не передвинул. Молодец. Гений. Да, не совсем, конечно, фонтан. Ну ладно. Фонтан, на самом деле. Так. Где у нас пешеходный путь? Так, и. Если нам тогда сделать иначе. Что если нам. Ты где ж ты? Ну да ладно, серьезно. А, это она полностью, понятно. Понятно, короче, никак. Это тоже целиком не поднимется. Ладно. Там, наверное, надо отсюда убрать. Это не то. Так, наверное, это плохая идея вообще, в конце концов. Да, ладно. Чё? Жить-ка, ну-ка. Да, удалим. И тебя тоже. Плохая эта идея, короче. Жалко, обидно, досадно. Так, ладно. Ладно.
Ладно, ладно, ладно. Так, что у нас здесь? Какой-то парк. Так, здесь нам, по идее, уже не надо. Эту часть можно удалить. Поставим. Так, 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 так. А вы чё, почему не подключены? Не понял. Не понял юмор. Ну вы даете, блин. Ну вы, блин, даете. Так, электричество. С электричеством вроде раз. Хотел же пофиксить, но забыл. Логика. Потому что логика. Так. Так, неправильно, так не надо, наверное. Так вот так вот. Что тут нас задевает? Задевает, значит, уберем. Не вопрос. Так, вот это тоже надо убрать. Что это за парк? Какой-то. Городской или район, или что-то типа того. Так, а здесь, чтобы не строить это, построим вот это. Да, это, конечно, большая беда будет. Большая проблема, точнее, не беда. Это будет большая беда. Проблема, проблема, не беда. Чем меня все тянет на беду? Так, здесь надо, значит, строить. Хочешь, не хочешь, придется, наверное. Блин. Ну ладно. Что делать-то? Так. Здесь нам ничего пока не надо. Здесь не надо. Здесь будет электричество. Потом это уберем. Соединим. И все, в общем-то. Так. 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 Все точно, все. Ну-ка, давайте проверим. А, да, 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 да. Точно, забыл, забыл, забыл. Забыл-то, забыл, забыл, забыл. Где оно? Я же у них забрал этот самый метро. Пока построим, пока оно нужно. Так, и еще надо построить вот маршрут чего. Так, что такое, электричества не хватает? А куда оно делось? А куда электричество-то делось? Хотелось бы мне знать. Что у тебя с электричеством-то? А, тут ветра нет. Скорость ветра ноль. Ладно, давай тебя уберем тогда. Сейчас. Это мне пока все равно не особо нужно, но... Здесь не надо ничего.
есть какой-то странный, блин. Как-то рисует странно. Здесь не надо. Так, пока мне это не нужно. Что-то я еще хотел. А, ну да, точно. Зонирование. Я же хотел попробовать этот. Ой, нифига тут райончик. Нифига себе тут райончик. Давайте попробуем вот что. Так, вот так вот. Так вот, вот так вот, вот так вот теперь. По дороге выровнять это. Все, хозяйство. Потом посмотрим, что к чему будет. Так, специализация коммерческих зон. Вот что я хотел попробовать. О, что-то поехало куда-то. Электричка поехал. Что за спортивный зал новый? Бассейне, так и я его убрал уже. Ну, тормоза. Чакры. Возвращайтесь. Ух ты. Нельзя же высоких зданий. Любим хрен строят. Что такое? Что, издеваешься? Ну, впрочем, кто бы сомневался. Конечно же, издеваешься. Я просто офигею. В одном метре там полметра стоит и бесполезно. Так, мне только до сюда нужно теперь, да? Или нет? Нет. Лучше бы здесь дом построил-то какой-нибудь. Так, черпакс. О, опять. Этот родильный забрасывается, не хочет он работать. Принципиально. Именно конкретно этот магазин. Электричества нету. Ой, отлично. Чудесно, волшебно. Дурдом весь этот пройдет. Сюда все едут. Едут и едут и едут. Едут и едут и едут. Че, ничего не построилось до сих пор? Ну блин. Я так не играю. Ничего не требуется вообще. Грандиозно. Ну, построился же тут дом. Ау. И какой-нибудь. Что, издеваетесь надо мной? Чего не забросили? Чудеса. Чудеса. Электричества по-прежнему нет. Ну, нет, не страшно. В принципе, да.
что тут делаешь? Непонятно. Так, а вот здесь мы, наверное, все-таки сделаем это, так сказать. Нифига, нифига. Так, а здесь мы, наверное, сделаем это. Не очень хочется, конечно, но давайте попробуем. Ну да ладно, ну серьезно, не построись же. Один дом остался вот здесь вот. Оперный театр. Ух ты, прям потоком пошли. 36. Так, здесь у нас что? Забрасывается уже. Отлично. Отлично. Один дом. Пожалуйста. Всего один лишь дом. Так. Здесь надо тоже. Секундочку. Опа, вот так вот. Отлично. Нет. Нет. Так. Это был выброс. Постоянно. Ну ладно. Страшно. Ну, уже попроще как-то. Так. Сюда бы нам фокусы. А, нам не надо сюда. У нас сюда ходит этот как его. Который не автобус, в общем. Не знаю, как. Кто он? Забыл, как называется. Вот даю, блин. Так, стоп. Убрать. Так, а здесь все-таки нам нужен, наверное, это типа теннисный корт. Да, ну как бы. А, да, это мне не важно. Ну да, точно. Все правильно. Все верно. Так, что нам еще? А, здесь еще что-нибудь надо. Баскетбольная площадка. Пойди. А, или спортзал лучше. Нет, давайте отдых. Ты что, удаляешься, что ли? Так, давайте. Так, а это у нас будет... Это все-таки нам пригодится. Да, здесь, к сожалению, нету. Хреново. Что можно сказать? Хреново. Так, и... Общественного леса нет. Нет. Так. Где же? Какие варианты? Никаких, да? Печалька. Вообще конкретная печалька. Так, ладно. А, нам нужно здесь полицию. Вот какую-нибудь. Вот здесь вот.
Жирные нам здесь не нужны. Нужны. Что, все так плохо с пожарными? А, пожарные. Да, с пожарными тоже все не очень хорошо. Придется все-таки запихнуть. Это тоже не айс. Блин, ну ладно. Что тогда делать? Электричества не будет, да? Так, с пожарными чуть попозже. Разберемся. Так, что у нас там? Всего один лишь только раз. Ой, что же, пробки небольшие даже. Странно. Ну ладно. Так, здесь все построилось, только у нас нет, не хватает людей. Ладно, ты серьезно? Так, теперь самое главное, школы там, все дела. Полицейский участок. Не лезет сюда, наверное, эта фигня. Не лезет. Сюда можно поставить. Отлично, влезет. О, здесь как раз дом не хотел строиться. Я помню. Так, поликлиника. И я все-таки хотел общественный бассейн. Не лазит. Ну, чудненько, что я могу сказать. Угу. Я думаю, что его на весь район хватит. Спортзал мне не нужен, школа у меня есть, школа есть. Полицейский участок, так себе, более-менее пока есть. Так, школу сюда надо поставить, какую-нибудь, ну, в принципе, да. Так, и начальную вот сюда, наверное. Не влезет, да? Влезет, отлично. Не фонтан, конечно, но пойдет. Да вижу, я вижу. Так, что у нас тут? О, уже почти все. Нормально. Один лишь раз. Сколько? 34? Нормально. Тогда нормально. Так. Так, что сейчас здесь? Ага. Теперь здесь. Так, вот здесь вот это какая-то плохая идея. Так, пожарную я часть поставил, нет? Нет, конечно. Конечно же нет, зачем? Пожарных ставить, бред какой-то.
пожарную часть поставить. Бред какой-то, ей-богу. Так. Так, а здесь нам все-таки нужен этот самый. А, он здесь есть. Нет, но лучше поставить свой собственный. А, хватает пока. Ну ладно. Пусть будет вот тут. Так. Пожарная, полиция. Да, покрытие так себе. Ну, мы еще потом поставим что-нибудь. В дальнейшем. А здесь полиции покрытия вообще нет. Отлично. Просто шикарно. Так, поехали. Так, я за 5 грузовиков-то сделал здесь. Нет, все-таки это плохая идея. Плохая идея. Да, плохая очень идея. Все-таки не стоит так делать. Лучше здесь деревья посадить. Здесь электричество же уже есть. Есть. Можно, значит, его убирать. Так, здесь тоже электричество есть. Так, вот. Здесь вот, здесь вот. Вот здесь вот. Так, 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 так. Да, здесь как крути придется оставить. Здесь тоже придется оставить. А вот этот нужно уже убирать. Наконец-то. Так, только не так вот. А то оно сейчас подключится. Ну, чё ты? Никак, что ли? Ты что, издеваешься? Грандиозно. Всего один лишь только раз. Он даже кого-то перевозит. Ух, ничего себе тут народа. Один лишь раз. Здесь у нас тоже нет, здесь тоже нет. Так. Здесь он у нас что? В целом даже неплохо. Ну, не очень хорошо, конечно, но неплохо. Че вы забрасываете? Он требуется, а вы забрасываете. Зачем тогда он требуется? Я логики не наблюдаю. Впрочем, логика это не про них. Так, здесь никто еще не построился, все равно. Здесь не надо ничего строить. Здесь. Да, можно построить что-нибудь. Типа почему нет? Здесь пешком можно дойти до работы. Вон все ходят нормально.
Пешком можно до работы дойти. Пешком. Так, а здесь можно положить тропинку интересную? Как тут ничего не построилось? Так, вот это вот убрать. Бетонированная, блин, ну ладно. Сейчас я тут определюсь, куда чего. Не очень красиво, конечно, не очень привлекательно, но ладно. Пока сойдёт. Выбросили. Окей. Так, у нас тут. Блин, как не хотелось. Ну ладно. Ничего не поделаешь. Ну-ка нафиг. А, поехали. Что-то я как-то это... Припух немного. Так, здесь школа есть, здесь школа есть. Не знаю. Воу, ничего себе, как пробки. Так, здесь у нас что, почему? Вот и ничего их. Странно. Ну ладно. Куда вам еще-то? Я этого не понимаю абсолютно. Куда еще? У вас и так все плохо. Рабочих не хватает, но надо еще. Жадность. Пожалуйста, вам деловых зон полно. Этот все равно забросят, так что смысла особого нет. Так, здесь у нас было это что-то. Пока все, да? Пока ничего. Здесь уже всех наняли, здесь нет.
В двух шагах. Какого лешего, хочется спросить. Население не так уж и быстро растет, если честно. Что меня всегда удивляет. Так, что если нам... Нет, не надо. Здесь ничего не надо. Тут все есть. А, так. Парки. Парков нет никаких вообще. Я про них напрочь забыл. Так, парки. Про парки я напрочь забыл вообще. Даю. А, так. Вот с этой стороны надо поставить парк большой, который... Потому что он помещается здесь. Хотя бы. Так, это есть? Так, где, честно говоря. Так, поликлиника есть тут? Нет, это тоже. С другой стороны. Так, это у нас спортзал. Там бассейн, здесь спортзал. И йога-парк. Вот. Так получилось. Не справитесь. Я так подозреваю. Так, что такое? Так, здесь у нас что? Очень-очень медленно растет. Ну, это хорошо, с одной стороны. Пробочки. Да, тут уже пробочки серьезные прям. Устанавливаем. Ну, значит, наверное, мы устанавливаем. И здесь почему-то тормозят. Я не понимаю этого абсолютно. Что за прикол с этим торможением? Парк есть. Так. Да что ж такое-то, почему не хватает работников, я вообще не понимаю. Здесь всех набрали, там не хватает. Которые в двух шагах живут. Так, надо университет еще где-то поставить. Только тут уже, по-моему, не было. Здесь уже всех набрали. Обалдеть можно просто. Просто обалдеть. Везде не хватает. Какого черта? Так.
Чего нам тут еще не хватает? Медицина, окей. Пожарная безопасность ужасная. Поставим. Отлично. А хоть будет дотягиваться. Полиция тоже, естественно, так себе. Отлично. Почему нет? Что еще в парке? Парков полно. Но мало. Вы что, издеваетесь? Равно мало парков. Ну вы, блин, даете. Я с вас офигею. Как? Я этого не понимаю абсолютно. Логика игры от меня ускользает в данном контексте. Ну да, нам промышленность особо и не требуется, если честно. Здесь все у нас, да? Здесь все, здесь растет, здесь растет, здесь растет. Это здесь? Я что-то там смотрел? А, не, здесь так себе. Здесь можно, но не хочу. Так, что у нас там? Здесь у нас все. А, у нас этот вот. Поэтому у нас они хватает, да? По идее, по логике вещей. Я не знаю. Я даже без комментариев, честно. Как так получается, что вот через дорогу буквально все живут, на работу ходят, но не. Насчет на работу ходят, это я, конечно, погорячился. Это я, конечно, погорячился. Ладно. Впрочем, ничего страшного. Так, поскольку здесь нам ничего не надо, то почему бы нам не обсадить это все дело? Немножко это уродство скрыть. Работа в офисе с видом на море, пожалуйста. Не хотят. Так, а здесь электричество-то есть? Теоретически есть. Нафиг, когда оно здесь торчит. О, отлично. Что-то только сейчас вспомнил об этом.
надеюсь, больше никто здесь не будет сноситься. Желание все обсадить деревьями. Что у нас здесь-то? Все нормально? Да, здесь пока все нормально. 36 тысяч. Что-то немного. Куда вам еще требуется? Вы эти сначала заполните. Вот кто-нибудь мне может объяснить, почему здесь все стоит? У меня есть идея, почему здесь все стоит. Потому что гладиолус. Так, не здесь. Даже все равно поворота нет, здесь же односторонние. Да? Нет, не односторонние. Так, здесь не надо. Да что ж такое-то? Ой, как неудобно. Так. Нет, неправильно. Здесь-то как раз и не надо. Так, по идее все, больше ничего не надо. Так, здесь мы, наверное, сделаем следующее. Сколько здесь разворот? Что ж это с этим, блин, шпилем? Как он того сего? Так, а вы можете здесь по кольцу проезжать, да, значит? Самое ни к чему. А здесь и нет по... есть. Я не понимаю. Они тут тормозят. Блин, я этого не понимаю, почему они притормаживают вот здесь.
совершенно не понимаю, что происходит. У меня все время вопрос возникает. Вы что, едите? А куда вы едите все? Мне интересно узнать. А, сюда. Ага. Проблемки с движением небольшие все-таки, как ни крути. Шикарно, все построилось. Я вообще сюда хотел автобус спустить, но забыл. Ну ладно, что делать. О, отстраивается потихонечку, не спеша. А здесь бесполезно. Там есть рабочие, здесь нет. Это не просто гениально, это конгениально. Что тут люди толпами прут. Толпами просто прут. Сюда и отсюда. То 26 пассажиров всего лишь. 30 или 20, сколько их там. Так, здесь все стабилизировалось. Автобусов нет, конечно же, до сих пор. В машинах доедут, ничего страшного. Так, что у нас здесь? Что-то поменьше стало. Как-то надо передвинуть так, чтобы они не тормозили. Только я не знаю как. Честное слово, даже что-то у меня идеи нету. Опять тормозит. Да что ж такое-то? Все, ух, ничего себе тут понастроилось. Понастроились тут. Уже понастроил, теперь возмущается. Понастроились тут. Так, больница. Клиника. Да пойдет, ничего страшного. Нормально. Так, здесь есть. Все, нормалек. Ладно, хер с вами. Так, вот это вот надо увеличить. Чуть-чуть. Так. Тут как-то там за поворотом, да? Нормально. А где я? Что-то я сообразить не могу. Вижу книгу. Смотрю фигу. Так, все. С этим вроде бы разобрались первично, так сказать. Здесь не хватает, здесь не, да как вам не хватает, вон, блин, 2-3 жилых района, полно людей, как вам не хватает, вы что, издеваетесь? Въезд в район, по сути, один. Вс
Все, там повернули и поехали. Отлично. Ну, вообще прекрасно. Что тут забросили? Ничего не за... А, вот забросили. Все стабильно, все без изменений. У нас же всего лишь миллионы людей, нет, тысячи людей без работы. Почему бы нам не забросить наше здание? Потому что это очень логично. Потому что это очень-очень логично. Так, не воду надо подключить, а не электричество, а воду. Ну вы, блин, даете. Я говорю воду, а они мне электричество подсовывают. Так, и вот сюда вот тоже. Всякий случай, пока хватает, я так понимаю, да? Ну, это не точно, что нам хватает. Какая красота. Европейский стиль. Здесь тоже европейский стиль. Еще не все построилось. Так, автобусов у нас нет. Метро у нас нет. Так, мне нужен один автобусный маршрут, но это на потом. Это не сейчас. Позже. Так, что у нас здесь? Ух ты, уже все застроилось. А здесь не строят. Обалденно. Здесь строят, здесь не строят. Я в шоке. Так, ладно. Что у нас? Все, здесь офис, здесь офис, здесь офис, здесь офис. Здесь нам ничего, наверное, не надо строить. Ну его нафиг. Обычная промышленность. Нам ничего здесь не надо строить, поэтому давайте что-нибудь здесь построим. Логика, уровень я. Здесь тоже ничего не надо. Вон еще, блин, место есть. Вот строите. Ой-ой-ой, что такая пробка? Непонятно, что такая пробка была. А, светофор, наверное. Ой-ой, старость, не радость. Да что ж такое-то? Когда же это кончится? Тысячи людей проходят мимо, а рабочих найти не могут. Гениально. Это гениально. Так, у нас есть какая-нибудь статистика по населению? Население где-то было. Нет, нет. Ну что ж такое, опять забыл. Население. Не та статистика. Так, это у нас здесь должно быть, да? А, политики. Средний уровень зданий, это не важно. Семей, туристов за неделю. Указатели города. Мне население мне не интересует. Меня интересует. О, падает. Части, жилые, коммерческие, заключенные, казна, бюджет, ценность, изменение, индекс, процент занятости.
Вот процент занятости. Почти 100%. Сто процентов почти. Это как это так? Так, ладно. Это все, конечно, интересно и хорошо, но... Так, мне надо вот этот район закончить и вот этот начать. Иначе я никогда не начну. Вот с этим надо закончить, а потом начать тот. И автобусами, и с метро. Так, а почему бы нам... Нет, да? Однозначно нет. 100% нет. 1000 раз нет. Это плохая идея. Но поскольку делать нечего больше, то ладно. Только не говори, что ты даже не соединился, ты что, издеваешься надо мной? Нет повести печальнее на свете, чем повесть обо мне и его Skyline Citizens. City Skylines. Господи. Так, а у нас что, поезда-то не приезжают? Я так понимаю, да? Потому что... Нет, кто-то едет. А мне показалось, потому что Гладиолус. Ну-ка, тащите сюда свой поезд. Да елки зеленые. Чукча. Не, ну это, конечно, черти что. Но... Зачем нам... Чекать. 111 из 240. 20. Ого. Один за одним просто приходят. Так, ну все здесь, в принципе. Надеюсь, здесь построят цель. И на ген там все. Здесь ничего не надо строить. А, нет, здесь я хотел построить, но не стал. Не помню почему, но не важно. Наверное, просто забыл, как всегда. Так, что тут у нас опять не хватает? Ну, серьезно, ну буквально через дорогу. Вы что, издеваетесь? Вон еще дом даже не построен один. Обалдеть. Я в шоке. Ух ты, один за одним. Слава гипножабе, да. У нас уже, значит, точно работает этот. Если слава гипножабе, то все работает. Так, у меня вот есть только один вопрос. Как бы нам... А. Как бы нам... Соединить... Господи, как неудобно. Все соединено. Здесь есть, здесь вроде есть. Опять потребность во всем. Ладно. В следующий раз, наверное, будем вот этим заниматься куском. Наверное. Но это не точно. Что? Какого? Какого черта? Что за елки зеленые? О, господи. Не, ну нафиг тогда.
ничего тут не забрасывайте, ничего. Брат. Само собой. Все, понаблюдал, понравилось, ну все, свободен. Здесь кто-нибудь будет ходить, интересно. Или нет? Или нет? Этого я не знаю. Ладно. Да вы что, издеваетесь? Вы там все магазинчики строите. Тут вон какие скромные магазинчики, а здесь... Я вспомнил. Я вспомнил, что за фигня. Здесь классные магазинчики, а там фиговые магазинчики. Все, я понял, в чем проблема. Я понял, в чем проблема. Ну, в смысле, решать-то я ее, конечно же, не буду. Это-то само собой. Без образования 0. Доступны вакансии 9. Работников 3 из 12. Работников 8 из 12. А здесь 10 из 16. 9 из 12. 12. А здесь еще больше требуется работников? А нет. Не везде. Ну ладно. Короче, у нас очень мало работников, потому что мы построили огромный район. Семья 2 из 2. Это что за дом такой? А здесь 4 семьи. 4 семьи. 2 семьи. 4 семьи. 4 семьи. 4. Как это 4? Это какой-то позор. Так какая мне разница тогда, какой, какие дома строить? Хоть такие, хоть этакие. Здесь максимум 6, там 4. Ну, 10 бывает еще, ладно, фиг с ним. 12. Так разницы-то особо никакой нету, в общем-то, тогда. Это какой-то позор. Как сказал бы Вондер, по-моему. Все? Все. Ладно. Отдых. Отдых моим старым членам. В смысле...